Привет! Сегодня 14 января, четверг. У нас 7 часов 45 минут. Хотела вам показать. У нас сегодня заморозки. И вот такой чуть-чуть даже снежок есть. Сейчас я чищу машину. Завезу Ванесочку в школу. И мы с младшей доченькой съездим в магазин. Ванесочка пошла в школу. Вот здесь находится у нас школьный центр. Это начальная школа там вдалеке. И сзади еще одна школа. Так, девки у нас идут в школу. Мы сейчас с Джулисочкой поедем дальше по делам. Привет! Привет! Мы приехали домой. Сейчас мы завтракаем. Доченька кушает кашку с фруктами и чаечек на завтрак. Купили мы сегодня вот такие цветочки. Тюльпанчики. У нас уже тюльпаны, нарциссы продают. И нам захотелось весны, и мы с дочерью купили тюльпанчики. Сейчас мы будем завтракать и заниматься домашними делами, готовить обед. Привет! Мы сейчас с девчонками идем в школу. Здесь у нас такая стройка. Потом я как-нибудь пройду, поснимаю, покажу. Мы сейчас идем в школу, потому что у нас с Ванессой термин. Так как она идет в следующем году в 5 класс, то у нас сейчас будет разговор с учительницей. И какой она нам совет, посмотрим, даст по поводу дальнейшего обучения Ванессы, в какую школу она пойдет. Немножечко вам покажу улочки наши. Ну, такие у нас тут небольшие домики. Иди, Ванесса, сюда, на тротуар. Домики сдаются. То есть там можно снять квартиру. У нас сегодня очень холодно. Ну, для нас это холодно. Утром был -1. Сейчас уже теплее, конечно. Сейчас очень светит ярко солнце. Но холодный очень ветер, такой зимний. Такая прохлада, здоровая, хорошая зимняя. Снега у нас нету. Вот это тоже большие домики. И здесь сдаются квартиры. Можно снимать квартиры. И с этой стороны также. Чуть-чуть небольшой. Улица такая, где сдаются квартиры. У нас бывший магазин. Рэйва его закрыли. Перенесли в другую. В другое здание. Сейчас оно пустует. Ничего страшного, я вижу Джулиса. Джулисочка боится, что я вышла на проезжую часть. Боится, что меня машина собьет. Мама,
Вот это наша пекарня. Уже украшена к фашингу, к карнавалу. Вот тоже домик, забор интересный. Еще украшения не сняли с Нового года. Интересный почтовый ящик. Вот кто-то. ЛКВ, это фура, скорее всего, заехала и сбила столбики. Никого нет, мы можем переходить. Вот здесь мы переходили дорогу. Вот это наш цветочный магазин в нашем городе. Вот с этой стороны остановка. Здесь наша старшая дочка ездит в школу с этой остановки. Вот это вот впереди. Это кладбище. Несюша, давай пойдем. Диканлов. Можешь идти. Немножечко прогуляемся. Вот где прицеп стоит. И вот по всему периметру, по всей длине это парковка. Кто на кладбище приезжает, ну и так тоже просто паркуется, если кто-то в гости приезжает. Сейчас все деревья голые, зелени нету. Все так пусто. Сильно свет падает. Из входов на кладбище. Здесь обычно цветы на этих клумбах. Их несколько. Чуть-чуть приближу. Может быть, потом мы как-нибудь сходим, погуляем, пройдемся. Я покажу. Если вам интересно, вы говорите, пишите в комментариях. Они совершенно не такие, как русские. Вот это православная церковь у нас. У нас есть католическая, есть православная в нашем городе. Это вид сзади церкви. И здесь также есть будет видно площадка для деток. И сейчас вот название церкви. Здесь всегда информация висит на стенде. Ванесочка Бляйпштейн, остановись. Здесь информация всегда висит. Что когда проходит. Какие служения во сколько. И это немножко история о церкви. И вот здесь вход. Вот так выглядит вход. Здесь также вот для инвалидов, колясочников предусмотрена небольшая парковка. Впереди также один из детских садиков у нас. Джелизочка, сейчас машина будет ехать, не беги. Слазит шапочка.
вот здесь мы заходим на территорию уже школы. Вот это начальная школа, вот такое здание. Здесь у нас учатся детки с 1 по 3 класс, 1-2. В этом здании они учатся немножечко, как корпус такой отдельно. А вот это под крышей парковка для велосипедов. Вот если Ванесочка едет на велосипеде в школу, то она здесь паркуется. Закрывает на замок потом свой велосипед и идет в школу. И здесь все велосипеды стоят. Вот здесь у них такая виза небольшая, они тут бегают, играют. Впереди идет дальше переход уже в начальную школу с 3 по 4 класс. Вот эти уже здания с 3 по 4 класс. Немножечко видно, еще украшено все рождественское украшение. Это вот один вход. И далее есть еще главный вход. А вот это там у них спорт проходит. Спортхалле. Это зал для спорта. Здесь вот точно так же можно парковать велосипеды. Джелисочка, мы туда. И здесь у них небольшой такой игровая площадка. Здесь они играют. Что-то раскопали. Вот такая у них тут сооружение такое. И также размечены дорожки для езды на велосипеде. Там игра в классики тоже. И вот корпус школы нашей начальной. Вот это вход, где детки мои стоят. Вот это туалеты женский и мужской. И также вот эта часть, где сидит администрация. Ректор, директор это значит со школы. И мы сейчас будем заходить. И пойдем к учительнице. Я поснимаю немножечко в здании. Такие дети делают поделочки. Это проекты, которые они делают с учителями. Вот здесь они внизу, вот это у них совместный завтрак. Вот здесь вот видно. Вот это у них поход. Это другой класс, параллельный. Там они готовятся к Рождеству. Делают яблочный мармелад. Вот здесь видно. Вот здесь они кухня готовят. А здесь они в музее делают из теста хлеб. И вот здесь они мармелад готовили и булочки. Также вот здесь они рисуют и всегда вешают на дверь. Это они сделали такие домики, и в них своя фотография. Вот, например. И про себя немножечко рассказывают. Вот так выглядят у нас коридоры. Вот здесь дети раздеваются возле класса. Здесь они рисовали свои имена. Тоже проект был.
здесь также. И здесь у них тоже были проекты. Это они ездили в город Ландау в прошлом году. В такой сад там есть. Вот там они были и делали там свой аусбук. Дети здесь раздеваются, тоже имена, еще вот немножечко украшены окна, дети рисовали, и здесь вот они, каждый тоже свою руку рисовал, и здесь написано «Wir sind ein Team», ну это как бы «Мы одна команда». Лежат на полу, раскидали свои вещи, убежали куда-то. И немножечко вид со второго этажа, с окна на школьный двор. Там впереди вот стройка, кран стоит. Вот эта башня, это католическая церковь в центре города. Даже время видно. 3 часа у нас термин с учительницей в 3 часа. Мы уже пришли и ждем. Вот еще такой стенд. Это мы уже спустились вниз. Детки наши были в музее. 4-е классы. Вот так еще выглядит помещение. Тоже рисуют дети, свои рисунки вывешивают. И также здесь информация вот для родителей. И выходим. Мои уже пошли в машину садиться. Ветер. Это с другой школы, уже старшие классы. Школа, которая после начальной школы идет, средняя школа. Тоже приходит немножко играться. Вот учитель физкультуры. Вот так стоят велосипеды. И вот это уже школа, в которую переходят дети после начальной. Все уроки закончились, детки выходят. Все, мы закончили свой термин и едем домой. Вот здесь тоже стройка, наверное, какая-то, что-то будут ремонтировать. Мы едем уже домой. Немножечко покажу вам
дорогу. Ты можешь уже прямо же ехать. О. Туда. Сразу что, выехал? Да. Вот идут старшеклассники со школы. Велосипедах, кого забирают, кто пешком на остановку. Там вот остановка была школьная. Здесь у нас футбольное поле налево. А здесь у нас детский садик для деток, отстающих в развитии, с какими-то проблемами. Тоже есть такой у нас в школе, в нашем городе такой садик есть. Вот это футбольное поле. Здесь играют в футбол и занимаются также в секциях. Здесь направо магазины Норма и Рейве. И там вот за забором это новый райончик построили. В прошлом году, да, построили. Движение. Сейчас все с работы домой едут. Тут опять кладбище вот начинается. И сейчас мы подъезжаем опять-таки к остановке, о которой я рассказывала. И домой. Уже здесь ехали, когда мы с кинотеатра ехали, но было темно, не было видно, наверное, улицы. Так хорошо. Сейчас немножко при дневном свете. У нас пока нету, как это правильно называется, я не знаю, не штатив, а для машины, в общем, крепление для камеры, поэтому я снимаю. Держу камеру, не очень удобно, поэтому извините за качество съемки. Здесь у нас небольшой автогауз, здесь также окна фирма делает. Вот это такой небольшой у нас строительный магазинчик и почта. Филиал почты тоже здесь. Вот это магазин кухонь. И это крепери, я рассказывала. И сейчас мы заезжаем уже в наш район. И мы почти приехали домой. Улицу. Соседка наша ехала. Уже все убрали новогоднее. Практически у всех уже никого нету. Очень мало где-то можно еще встретить что-то на тему Нового года. Вот еще у этих соседей немножечко висят украшения, и вот у наших соседей тоже стоит еще Дед Мороз и Солнце. Все, мы паркуемся и заезжаем домой.